Ну, очень тяжелая игра, очень тяжелое состояние футболистов, то, что игра, которая сегодня определяла нас как бронзовых призеров, мы при случае победы занимали уже третье место. И это, видать, очень сильно давило на футболистов. И плюс еще такая погода, которая для нас очень неприемлема. Мы тренировались градусов 10-12 постоянно, до 15 градусов. И здесь такой перепад просто. Ребята сейчас чувствуют себя очень, очень тяжело. Но игры как таковой красивой у нас не получилось. Получился результат, за который мы сюда ехали, и мы его получили. То есть победа, как говорят, игра забывается, а результат остается.